Алексей Козлов представляет. А сейчас мы посмотрим вторую часть фильма Чарли Чаплина «Иммигрант». Этот фильм был снят в 1917 году и был одним из первых немых фильмов Чарли Чаплина. Но в 2015 году он был озвучен в одном из культурных центров Нью-Йорка. Как я уже говорил раньше, этот фильм был посвящен тяжелой судьбе европейских эмигрантов, которые приехали в Америку искать там свое счастье. Ну а теперь давайте посмотрим, какое счастье в конце концов им удалось найти. Thank you.